В связи с распространением коронавируса в зданиях домов юстиции и общественных центров требуется предварительная онлайн-регистрация. Итак, для того, чтобы иметь возможность обратиться в территориальные службы Агентства по развитию государственным сервисам Грузии, в первую очередь надо забронировать визит. Для этого мы на сайте набираем my.gov.g. Здесь на главной странице в одной из ячеек написано «Бронирование визита дома юстиции и нотариуса». Здесь появляется инструкция, табличка для ознакомления. Так, нажимаем на это, что ознакомлены. И открывается специальное поле, где надо заполнить для бронирования визита. Здесь сахель имя, фамилия. Перады номери. Так, номер паспорта. Здесь выбираем оператор телефона. Грузия. Выбираем первые цифры номер телефона. А здесь рядом набираем номер телефона. Так, после этого мы выбираем филиал, конкретно в каком регионе, в городе мы хотим забронировать визит. Для примера мы выбираем Нинацминда, а здесь выбираем тип обслуживания. Так, если по делам земли кадастра, нажимаем стрелку Саджару реестры, а если нам нужно обслуживание гражданского реестра, Камвитаребиса агента, так, выбираем нам нужную строку, что нам нужно именно. После этого мы выбираем день, когда мы хотим, например, вот 28 мая. После выбираем часы, в котором часу. И в конце нажимаем «Гагзовна». Все, мы забронировали визит. Здесь уже написано адрес, день и время визита.